Позвольте пригласить для принесения присяги первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Граждане Российской Федерации, клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР, защищать ее суверенитет, защищать свободы и права человека и гражданина, права народов РСФСР, да и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности.